Всем хаюшки! Инстазон на ваших голубых экранах. Кто же селебрити порадовал собой виртуальное пространство сегодня? Уже не терпится вам рассказать. Майли Сайрус опубликовала у себя в профайле черно-белый снимок, на котором она позирует в клетке. «Не могу быть прирученной», — подписала свежую публикацию бунтарка. Что ж, фолловеры оценили ее почти в 1 миллион лайков. Виктория Денека тем временем делится с подписчиками игривым настроением и счастливой улыбкой у себя в профайле. «Немного кожи и ошейника», — пишет под свеженьким фото певица. И, судя по комментариям, поклонникам образ красотки пришелся по душе. А вам? Едем дальше. Нара из Кристалс не отстает от коллег по звездному цеху и тоже балует своих подписчиков. «Люби, уважай, цени, защищай себя», написала под новеньким фото кью-поп-принцесса. Армия верных Айнс не стала долго ждать и одарила малышку комплиментами в комментариях. Вот так-то. Это были все инста-новости на сегодня. Не забывайте ставить лайки. Пока!